Так, ну с этими интервью я вообще окончательно околел уже. И поэтому, слава богу, комплекс рядышком. Скользко здесь, между прочим, можно здорово дарболыснуться. Да, так вот, детские соревнования. Очень зрелищные мероприятия. Именно шахматные соревнования. То, что принято считать, что это не зрелищно, это не интересно. Это очень интересно. Но надо что-то менять в самих правилах и, собственно, идти в ногу со временем. Современные видеокамеры позволяют спокойно, без вспышек, не отвлекая физически от игры, не воздействие на игроков, но тем не менее снимать спокойно любые эпизоды, когда мне начинают говорить о том, что ну вот, нельзя же плачущих детей снимать. Ну, и вообще-то я даже и с этим не согласен. Хотя соревнования есть соревнования, и мы видели плачущих спортсменов и расстроенных детей, и это все показывается. Но вот эту культуру использования современной видеотехники, она развивается колоссальными темпами. Причем именно человеческое, а не формальное веб-наблюдение. Так, ну вот еще какие-то идут участницы. И мы сейчас у них спросим, как же они сыграли. Добрый день! Здравствуйте! Так, представься, пожалуйста. Меня зовут Надя Шадиева. Откуда? Из Костромы. Из Костромы. Какой результат? 3.5. Ну, отлично. Слушай, великолепный, отличный результат. Тебя как зовут? Меня зовут Саша. Саша, откуда ты? Я из Костромы. Тоже из Костромы. И тоже 3.5? Да. Слушайте, вот это правильно, вот это дружная команда. И не надо, главное, девчонки, ссориться. Да, вы все поровну, по 3.5. А если бы вся команда набрала вообще бы по 2.5 очка, было бы вообще классненько. Правильно? Или я что-то не то говорю? Для первого раза все. Для первого раза. Ладно, ну, а завтра вы будете в блиц играть или уже не будете? Не буду. Устали? Да. Устали, да? Ну, ладно, счастливой дороги и до встречи в новом году с новыми, так сказать, надеждами успехами. И успехами. Будем в блиц сыграть. У нас там два мальчика. Будем в блиц. Понятно.